поднята душа. Вот это вот мой двоюродный брат Юрий. Я его поздравляю, у него еще круглее дата, ему 70 лет. Так исполнилось. А нам, он один из самых активных, как нас сейчас называют. А это ведь не вечно. Нас сейчас называют этим. И годы быстро так спешат. И догорают свечи. Вот он один из активных, потому что он создал, переделал, переконструировал несколько сотен фильмов. Вот, внес, будем считать, свой вклад в будущее садоводство, уже хотя бы это. А это ведь вот. Теперь ему 70. Я говорю, это, Юра, срочно фотографии, присылай три. Вот, народ должен дать свои герои. Вы один из главных сектантов. Это с его сада. Это с его сада. Это когда-то мои косточки стали первыми сортами. И, наконец, вот он, натуральную величину. Юрий Владимирович Железов. Вот, это фотографии сделаны в 19-м году, в середине лета. Значит, вот этот персик, который я ему прислал, был еще вот такой. Сейчас, а жизнь ведь не прошла. После этого прошло. А началась сначала. Вот. Так что, Юра, да, мы это поздравляем от всех души, надеюсь, не только я, а все, кому ты принес большую пользу, все, кто читал материалы, которые здесь привел в порядок. Причал.